Как хорошо, что я снимаю постоянно. Я офигеваю с девушек. Наверное, у нее нет детей, я так уверена. Боже, это будет такой ужас, скорее бы все это закончилось. Все, день X настал, мы едем в аэропорт Домодедово, будем оттуда выезжать. Как всегда, приехали с одним чемоданом, уезжаем практически с двумя. Я еле запихнула все вещи в один свой чемодан, у меня еще огромный пакет. Я всю свою сумку Victoria's Secret набила просто. Я не знаю, как сейчас будет. У меня 23 килограмма одна сумка и ручная кладь 10 килограмм. Я не знаю, как я сейчас буду изощряться, чтобы не взяли дополнительные вещи. Просто обидно, да, за сумку и за Шана мне сейчас заплатить, как за багаж 23 килограмма. Уже бы я еще что-нибудь взяла бы. Вот, поэтому посмотрим. Ну, сумка получается, что там 3 пары обуви моей и детские вещи. Может, как-то схляет, я не знаю. Даже не знаю, сколько она весит. Я не знаю, сколько чемодан весит. Может быть, мне все равно придется доплачивать. Будет обидненько. Я ни разу еще не доплачивала багаж. В общем, едем. Показывает час 10 ехать. Я думаю, малышня моя сейчас уснет. Пусть хотя бы час 10 поспит. Было бы хорошо. Ждали. Блин, что с моим языком в последнее время? Наверное, из-за ранения. В общем, сдали багаж. Оказывается, у меня там не 23 килограмма было, а вообще 18 где-то. И ручная кладь 4 килограмма. Короче, все нормально. Поднялись на второй этаж. Уже намного легче без чемодана. Малышня спит. У меня всю дорогу спит. До сих пор спит. Пусть спит. Здесь огромный такой аэропорт Домодедово. Я была как-то, ну, я не знаю, то ли я не обращаю внимания иногда, то ли что. Короче, здесь часовня даже есть. Она меня удивила просто. Часовня Архангела Михаила. Представляете? Вот там она. Вот там. Любопытно. В аэропорту часовня. Любопытненько. Короче, пока малыш спит, сейчас я покатаюсь, посмотрю, что здесь продают. У меня какая-то манечка все время что-нибудь купить, знаете, в аэропорту, где-нибудь там. Ну, короче, я люблю вот это все. Чуть на память мелкая. Ну, может, ничего не найду. То есть это не принципиальный вопрос, но что-то хочется. Как хорошо, что я снимаю постоянно все вокруг, представляете? Прошла таможню, все. У меня опять же сумка, блин, гусеница, улитка. И... хотела заснять самолеты и, представляете, такая смотрю, где моя камера, и понимаю, что я в отдельную там штуку положила и забыла. Охренеть. И бегу просто, лечу, думаю, как, у меня телефон один и фотоаппарат. Думаю, как я без них справлюсь? А я вот хочу в Инстаграм снять. Красиво же. Поле. Вот. А девушка уже мне такая, умнюткие глаза. Надо найти уже выход, чтобы я понимала, куда выходить и рядом где-то там тусоваться. Короче, мы приехали супер рано. Скажи, мам, заботалась снимать на все гаджеты. Я уже и в Инстаграм выложила, и все. Одно пойдем, скажи. Да? Зеркало нашли в последний момент. Опять драться. Вот я как камеру включу, и все вдруг думают, что ты только бьешь. А целовать? Ты лучше поцелуй меня, пусть все знают, что ты меня любишь. Ой, так. Дракло. Короче, мы приехали очень рано, я уже вам сказала. Я заказала в кофемании. Кофе Сингапур называется. Кстати, никогда не пробовала у них. Интересно, у них там мягкая карамель какая-то такая сливочная. И какой-то еще там этот... как-то его, сироп. Короче, мне очень понравилось кофе. Мы сидим тут. Дэнни поел, стал добрым, начал меня целовать, обнимать. А теперь стал агрессивным. Смотрит, смотрит.
теперь бьет меня. Надоело, сейчас снимаю, наверное. Вот. Короче, еще 2 часа до вылета, представляете? А мы уже тут провели 2 часа. В общем, не знаю даже, чем заняться. Снимаю. Иди сюда. Сюда иди. Иди к маме. К маме, иди поцелуй. Поцелуй, говорю. Иди поцелуй. Ну-ка иди, ну-ка иди поцелуй маме. Дурында. Ты можешь сам пойдешь? Или тебя силой надо брать? Ты. Ты можешь сам пойдешь или силой надо брать? Я откушу сейчас. Безуха сейчас будет. Бужды не безухи. Глаз попал чуть. Ну скажи, что ты думаешь? Что думаешь, скажи? А как ты скажешь, если у тебя соска во рту? Дай. Говори. Говори. Что ты язык всем показываешь? Кокет. Кака. Язык кака показывает. Некрасиво это. Кака. Ты что, паук полез на стену? Ладно, не будем ему мешать. Дэнь. Дэня. Дэй. Самолет. Ты рад? Наконец-таки. Не понравилось мне при посадке, насколько бывают вот люди ради денег, хотя им, по-моему, даже особо ничего не достается с этого. Вот всех детей пропускают вперед всегда. Не знаю, как с бизнес-классом, кто там вперед, бизнес-класс или дети. Но сам факт, что даже молодой человек из бизнес-класса посадочный билет берет девушка у него, он говорит, да пропустите с ребенком. Нет, она все равно улыбается и делает так, чтобы он там прошел первый. Хотя он даже не против, чтобы с ребенком там было всего 3 человека, прошли вперед, мужчина был. Ну вот я офигеваю с девушек. Наверное, у нее нет детей, я так уверена. Поэтому она вперед-вперед его пропустила с улыбкой. Дети пусть стоят и ждут, потому что они не из бизнес-класса. Странные люди бывают. Ну да ладно. Все, мы едем, радуемся. Дэнни уже начал читать что-то. В общем, скорее хочется домой, чтобы вот эти переезды с сумками скорее закончились. Только вот старая стала. Плохо слышу. Сядь ко мне на носок. Куда пошел? Сядь ко мне на носок. Да пропой еще раз. Погромче. Колобок прыгнул лисе на нос и запел. А она его ам и съела. И Денька ам. И пошел. Что, ты пошел рвать, что ли, книжку? Не рви ничего. Книжку читать только можно, рвать нельзя. Картинки смотреть. Вот волк серый. Вот так вот листает. Не рви, Дэня.
Короче, такие книжки на один раз. Уже устала его беречь. Эта книжка уже целый год ждет нас. В общем, мои хорошие, мы прилетели, да, мы дома. Я не снимала все это время, потому что тяжело было вообще камеру брать в руки, потому что у меня просто полная, я вся в чемоданах. Но, в принципе, все закончилось. Как всегда, я все время думаю, боже, это будет такой ужас, скорее бы все это закончилось. А на деле, когда сталкиваешься, да, с чем-то, то, в принципе, на самом деле, знаете, у страха глаза велики. На самом деле все нормально прошло. В аэропорту сразу как-то чемодан я сдала. Все остальное на коляску повесила. И, в принципе, я ничего не тащила. Дэнь, не рви. Береги книжку. Береги книжку, не рви. Вот. Ну и потом мама нас встретила уже, и нормально. То есть я только... Самое сложное, это просто я взяла, получается, малого на руки, и вот эту вот сумку на себя, она тяжелая, я в нее накидала кучу всего, и большую сумку из Ашана. То есть я ее в руках несла. То есть вот этот был единственный момент неудобный из самолета в автобус, и из автобуса на выход. У нас в Ростове все быстро, как бы, и, то есть маленькие расстояния, и в Москве тоже прям, то есть не нужно было никак ни ехать, ни подниматься, там прям до самолета дошли, коляску оставила и просто с сумкой по самолету этому прошла, поэтому все хорошо, все быстро. Вещи уже разобрала, уже тут постирала, мама заботливая наша приготовила нам еды. Котлетки, картошечку. Так что у нас вчера было что поесть, мы вчера прилетели. И сегодня мы тоже целый день кушаем. Сынка тоже картошечку, котлетки кушает. Еще она борща приготовила, сказала, завтра даст. Завтра я оставляю малыша маме. Быстро буду делать все дела. Везде надо поездить, позабирать. Там посылки какие-то пришли. Фаберлик, с Алиэкспресс. Короче, много-много всего. Даже я не буду пока делать коррекцию ногтей, на это пока нет времени. Блин, я к зубному так не дозвонилась. Зубик надо полечить один. Вот, прошлый влог был безумно длинный, 40 минут с лишним. Этот я не хочу затягивать, я не помню, что я поснимала, но даже если он будет короткий, то... Как всегда, мне всегда кажется, что мало-мало, а на самом деле вот так на 40 минут. Чё, Дэнь, прощаемся, да? Что ты с книжкой делаешь? Покажи вот людям. Покажи детям, как с книжками нельзя обращаться. Нельзя так с книжками обращаться. Дети, так с книжками обращаться нельзя. Я сейчас сюда и книжку заберу. Просто я не буду вам это снимать, чтобы вы не видели его слез потом. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь с вами. И начну в новый влог уже, когда выйду из дома. Люблю вас. Пока. А теперь давай книжку. Давай книжку. И не нужно ее. Все помял. Дэня, все. Нельзя.